Добрый вечер, уважаемые жители Чатерлоги. Хотел бы от имени всех бельчан, от всего севера, нам недавно исполнилось 600 лет, вам сегодня исполнилось 63. Вы молодой город, но я уверен, с красивыми традициями, добрыми людьми. И я уверен, что у Чатерлунги будет очень хорошая и правильная перспектива. Поэтому вам крепкого здоровья, всего самого доброго от бельчан и, в принципе, от всей страны. Сегодня, к сожалению, чтобы не нарушать законодательство, нам запрещено там делать какие-то акции, но со мной мой коллега, вице-премьер города Чатерлунга Михаил Стамов, поэтому от нас, севера, оставить какую-то частичку в фундаменте вашего города. Значит, 12 июля Михаил вам передаст 2000 квадратных метров брусчатков, чтобы усилить тротуары. Будьте здоровы, с Днем города! Спасибо!